Конничила. Кадишуа? Чего, блядь? Пламенный привет, дорогие друзья, с вами Ди Лоренти. Так, слушай меня сюда, Ди Лоренти. Сегодня ты умрешь. Я тебе шо, Лил Пип, что ли? Я попал в самп? Нет! Хотя чё мне париться, меня ж тут не выебут. Да, я тоже так думал. Ё-моё, вот лучше б сидел в своей Уфе, ролики по сампу снимал. Эй, стойте! Сэр, вы должны мне помочь. Ты кто? Меня зовут Ди Лоренти, я ютубер. Чё ты от меня хочешь? Куда вы направляетесь? Тебя ебёт, Делор... 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 Тебя ебёт! Мне нужно, чтобы вы довезли меня в Лос-Сантос. Как-то раз и меня подвозил незнакомый дед на грузовике. Именно тогда я и стал мужчиной. Вы это к чему? Ни к чему, пошёл нахуй! Совсем эти тараканы уже вообще надоели. Стой! Да? Подвези меня до Лос-Сантоса. Я как раз туда еду, прыгай. Это же не твой скутер, да? Слушай, странный вопрос, конечно, но... Да? У тебя есть мобильный телефон? Мне нужно позвонить. Конечно, я смогу дать тебе его. Только мы остановимся, ты позвонишь, а я как раз схожу поссать. На, держи. Спасибо. Алло. Алло, Андрей, помнишь, ты говорил про то, как ты попал в самп? Ну, тогда мы еще сказали, чтобы ты поехал лечиться. Ну да, что? Ну, короче, я попал в это же дерьмо. Как мне отсюда выбраться? Найди человека по имени Дэдди, он тебе поможет. Как он хотя бы выглядит? Ну, это бомж, глупенький, нелепый. Чё вам надо? Что ты от меня хочешь? Вечно ходит в зеленые куртки. Окей, я тебе перезвоню. Давай. А ну пошла отсюда! Злая бабка. Тебя зовут Дэдди? Нет. Ты помогал Сукре? Да. Так как же тебя зовут? Дэдди. В общем, Дэдди, мне нужна твоя помощь. Я попал из реального мира в самп, и теперь мне нужно выбираться отсюда. Так тебе нужно выбираться отсюда? Да. А им тогда что нужно? Что? Хуй в очко! Я хз, что сказать. Пизда тебе.
Так ты их связал? Нет. А ты от них убрал дробовик? Нет. Забавно, что я ключ от выхода положил себе в карман. Внутренний? Нет, в левый карман моих брюк. Откуда у вас дробовики? И как вы... Для того, чтобы сбежать, нам нужна форма. Нужно валить отсюда. Да ничего, как обычно смотрю в стену спиной к лестнице. Что может со мной произойти? Да, я покушал кашу. Ай! Дэдди, мы походу не туда зашли. Да Лоренци, какая встреча? Отто фон Бисмарк? Вон Фаршмак, тебе, наверное, в школе за такую фамилию пили. Чё за бомж с тобой? Это не бомж, это мой друг Делоренди. Ты ответишь за свои слова. Ладно, вы мне докучаете. Делоренди, я затащил тебя в самп, чтобы покончить с тобой раз и навсегда. Кончить. Что ж, пора тебе покинуть этот мир. Передавай дьяволу пламенный привет от меня. Стоять! Сегодня не его день передавать приветы! Дед, откуда у тебя этот пулемет? Я и есть пулемет! Пулемет? Федот! Федот пулемет! Оксанка! Лоренци, мотоцикл! Дайте им уйти! Вот бы я сейчас поработал, но как жаль, что сегодня что-то тихо. Да я бы эту преступность сейчас вообще уничтожил! Мы крутые копы, с нами город спит спокойно. Город настраивает порядок. Знаешь, мне, по-моему, домой пора. Не отставайте от них! Откуда вообще был взрыв? Я не знаю. Федот, Оксанка, спасибо вам большое за помощь, ребята. Всегда пожалуйста, Денис. Не за что, внучок. Что со мной? Начинается. Что начинается? Ты сделал то, зачем ты здесь. Теперь сам возвращает тебя в реальный мир. Пока, Денис. Пока, Делоренди. Я надеюсь, мы еще когда-нибудь увидимся. Я буду скучать по тебе.